Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Бельцах, от благотворительного фонда Рената Усатова получили подарки ко Дню защитника Отечества. По 1000 леев и продукты, которые они из-за маленькой пенсии не могут позволить себе купить. К сожалению, в Бельцах осталось всего 39 участников самой кровопролитной войны в истории человечества. 24 февраля о сарбатуаре о мемории, о сарбатуаре о рекунуштинце фаци де чей, каре астази няу creat condiții ca să avem un cer senin deasupra capului. Această sărbătoare este una din multele care statul Republica Moldova, din păcate, le ignoră. Ignoră trecutul, ignoră istoria noastră. Renato Usată niciodată nu a uitat că această sărbătoare este dedicată celor căzuți în luptă, celor care au rămas vii până în ziua de astăzi. Și cu acest prilej și cu simțul recunoștinței față de veteranii noștri, Renato Usată, de fiecare dată când există așa posibilitate, încearcă să îi motiveze, încearcă să le ofere un mic semn de atenție. Și astăzi, pe 23 februarie, de sărbătoarea lor, Renato Usată vine cu un dar către fiecare veteran rămas viu în viață, cu un pachet social. Deci este vorba de produse alimentare care, probabil că sărmanii veterani care sunt uitați astăzi de statul Republica Moldova, nu își pot permite să-și cumpere. Este și salam, și unt, și ficat de batoc, și conserve de carne. Deci sunt niște produse care, din păcate, din lipsa surselor financiare, ei nu pot să-și permită. Cu aceste daruri, Renato Usată nu vine doar de sărbători. De fiecare dată când are posibilitate, le oferă aceste pachete sociale, știind că ei nu au această posibilitate cu ce să se hrănească. Pe lângă aceste pachete sociale, Fundația Renato Usată mai vine în dar și câte 1000 de lei pentru fiecare veteran, pentru ca să-și cumpere strictul necesar aceleași medicamente care ei nu pot să-și permită să le cumpere. Este o sărbătoare pe care o onorăm și membrii partidului, și echipa lui Renato Usată, și voluntarii Fundației Renato Usată. Cu plecăciune până la pământ ne închinăm în fața lor și le spunem un mare mulțumesc că ei mai sunt, celor care mai sunt în viață, pentru cerul senin deasupra capului, pentru libertatea care ne-au dat-o astăzi. Și vă asigur că Renato Usată va fi mereu alături de ei, nu-i va uita. В четверг волонтеры поехали поздравлять ветеранов по домам. Пожилые люди благодарили за то, что их не забывают. В честь сегодняшнего праздника. Спасибо. Он никогда не забывает о ветеранах. Это вам. И пакет с продуктами. Спасибо. Дай Бог ему здоровья. Пожалуйста. Спасибо, чтобы вы были здоровы. Спасибо. Жизни. И чтобы как смог он править нами. Чтобы... Пришли к вам с подарком. В честь сегодняшнего праздника от Рената Георгиевича. Он поздравляет вас с праздником. Спасибо. И дарит вам денежку. Спасибо. И пакет с продуктами. Да. С праздником спасибо. Вас. Спасибо. Дай Бог здоровья ему. Что он имеет там вот ветеран, это же не первый год. Спасибо большое. Дай Бог ему здоровья. Долгих лет жизни, как мне. А сколько вам лет? 93 в мае месяце будет. Тяжело. Тяжело в таком возрасте. Я одна, никого нет. Это большой праздник для нас. Мы помним этот день, всегда вспоминаем, и нас как чествуют в этот день. Вот. Раньше как-то вроде забывали с этой с перестройкой. А сейчас я спасибо нашему Усатому, спасибо, что он о нас заботится, что помогает нам всегда.
Он очень добрый человек. Жизнь тяжелая, знаете, и это много услуги надо нам, не снимают полностью все, как говорится. Ну ничего, что-нибудь покушаю вкусненькое. А как, я люблю тортик, и сейчас надо вдалеке от нас, не помогает и вспоминает, что где-то есть тоже старые люди, которые, как говорится, жизни не жалея освобождали, вот. От фашистов. И очень просто хочется даже плакать. У каждого из ветеранов сейчас проблемы со здоровьем. Сказывается пережитое во время войны. Некоторым не было и 18, когда они ушли на фронт. Петр Бегун, которому уже 91 год, говорит, что потратил последние деньги на лекарства, но их не хватит даже до конца месяца. Поэтому денежный подарок от Рената Усатова оказался весьма кстати. Этот глаз вот совсем не вижу, а этот 50%. Две пули, две контузии, сейчас давление. Я отслужил 7 лет, потому что война кончилась, мы были в Германии и шли, вот ноги сейчас болят, всю Европу и шли, да, вот Украина к концу границы. В Белоруссии было 26 градусов, ноги заморозились, черные в траншеи, руки, дети были, и контузию имел, да, вот слух нет, у меня и вот с одной ухо осталось. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Муниципальный советник Николай Григоришин сообщил, что буквально за год в Бельцах из жизни ушли 15 из них. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником, который, к сожалению, не празднуется на национальном уровне. Но в наших сердцах мы его чтим. Мы всегда помним о том, что вы сделали для нашего города и наших горожан. Я, будучи еще маленьким ребенком, всегда 23 февраля ждал с нетерпением, так как у меня мой дедушка ветеран Великой Отечественной войны. Для него это не было разницы. 23 февраля, 9 мая. Он всегда отмечал этот праздник, и в моей семье это очень чтилось. Сегодня фонд Рената Усатова также поздравляет вас с этим великим праздником. Он, так же, как и Ренат Усатый, выделил на этот праздник 60 тысяч лей. Это денежное вознаграждение в размере 1000 лей, плюс продовольственные пакеты. Ну, пакеты – это то скромное, чем мы можем сегодня в наше непростое время отблагодарить вас за ваши подвиги, за ваше смелость, за вашу доброту и то, что вы остались живы. Вас сегодня в нашем городе осталось 39 человек. В прошлом году было 50, к сожалению, мы теряем вас, но мы всегда будем помнить то, что вы сделали для нашего города, для нашего государства. Будьте здоровы!